Без дождя, снега и мороза оттепель в Донбассе продлится еще 5 дней. По прогнозам синоптиков, к концу недели температура повысится до плюс 10 градусов. Однако в свои права весна вступит еще не скоро. В середине февраля холода вернутся в регион. Начиная с завтрашнего дня у нас небольшая адвекция тепла, небольшое тепло. Это вынос с юга, то есть юго-восточный, южный ветер, который приносит нам тепло. В южных районах, если дают 3-8 тепла, то до 10 вполне может быть. Там, в Мариуполе, например, так как влияет море.